Добрый день! Сегодня у нас на обзоре щеточный шлифовальный станок WUTEC BSM-1. Данный станок предназначен для шлифования прямолинейных и криволинейных изделий. Станок имеет расширение рабочей поверхности путем выдвижения роликов. Вот ролики способствуют облегчению движения заготовок по пласте стола. Сама ширина максимальная барабана 280 мм. В данном станке установлено два двигателя. Основной 1,5 кВт и осцилляция 0,75 кВт. Осцилляция – это стряхивание, поступательное движение непосредственно самого барабана. То есть, когда мы шлифуем, барабан делает движение вверх и вниз, что способствует более лучшему захватыванию площади заготовок. Регулировка скорости вот на этом датчике. Вот есть экстренная остановка. Можем посмотреть, что у нас внутри. Панель управления является доступом к электрошкафу станка. Здесь аккуратно сложены инструменты, которые вы можете получить в начале эксплуатации. Доступ к электродвигателям также очень прост. Здесь мы видим основной двигатель и двигатель для осцилляции. Вот. Достаточно плотный металл установленной конструкции. Еще одним преимуществом данного станка является кожух защитный аспирационный, так как на нем установлен выход под аспирацию, что облегчает удаление пыли при обработке изделий. Диаметр барабана 190 мм, а с установленными щетками до 280 для комфортной работы. Действительная рабочая высота 150 мм. Также обработка может регулироваться по глубине. Благодаря данным пазам на щечках и на аспирационном кожухе можно отодвинуть для того, чтобы обрабатывать более глубокие детали. Эти и другие станочки вы можете посмотреть в нашем выставочном зале город Подольск, улица Загородная, дом 1. Приезжайте!